Донецкий аэропорт долгое время находился под контролем батальонов Национальной гвардии Украины. С этой позиции силовики вели огонь по жилым кварталам города. Восстановить контроль над данной укреппозицией было одной из приоритетных задач для подразделений армии Донецкой Народной Республики. Первая отдельная батальона тактическая группа «Сомали», командир Гиви. Отдельный батальон «Спарта», командир «Моторола», подразделение донских казаков, командир Урий. Именно эти бойцы участвовали в операции по зачистке аэропорта в середине октября и по настоящее время удерживают объект. Хотя украинская армия регулярно пытается воздействовать диверсионно-разведывательными и штурмовыми группами. О боевой ситуации в аэропорту и о позиции украинской армии нам рассказывал командир 1-й отдельной батальонно-тактической группы «Сомали». Все нормально. Ребята смело и уверенно защищают аэропорт, наши позиции. Все хорошо. Вот у моих ребят можете спросить. Лица бодрые, наглые, смелые, голодные. Так что все нормально. В данный момент, вы сами слышите, тишина, спокойствие. Это благодаря нашим ребятам, которые действительно последние две попытки прорыва, которые были, ребята дали достойный отпор. И хохлядская бандеровская сторона понимает реально, что... Ведет ли украинская сторона обстрелы, как интенсивно? И как... А обстрелы? Как у них БК есть, так они и стреляют. Как у них БК привезли, мы об этом уже знаем. Они начинают насыпать во все, что могут. И по городу, и по аэропорту, и куда, короче, им удобно. Куда навели пушку, знаете, у меня такое ощущение откладывается каждый раз, что они как куда пушку навели, туда и стреляют. Соблюдают ли Минские договоренности? Нет. Нет. Еще раз нет. Школу забыли? Нет, я помню. Вы вынуждены им отвечать? Да. Если мы будем не отвечать им, они разнесут все, что смогут разнести. А жители нашей Донецкой Народной Республики, на мои солдаты Моторолы, которые ребята находятся на позиции, их нужно защищать. Для этого нужно, как говорится, клин клином вышибать. У меня достойная артиллерия, смелые, уверенные ребята, которые знают, что они делают. Мы знаем все их координаты, где они находятся. Откуда только начинается стрельба, мы начинаем работать на подавление. Если мы не будем работать на подавление, просто-напросто, ну, процентов 50 Донецка не будет. А это того не стоит, поверьте моим словам. Никакое минское перемирие не может соблюдаться, когда кто-то стреляет, а мы должны как наблюдать, как телята. Этого не будет никогда. Оксана Волчонок, Тарас Мирный, телеканал «Новороссия», Донецк, боевая позиция, аэропорт.